Всем привет, ребята, или доброе утро. Добрался я, есть еще 12 минут до аккаунта победителя онлайн-конкурса, который у нас был вместо победителя, конкурса, который был на отгадайку, где надо было отгадать таланты, никто их не отгадал. Я разыграл еще один в онлайне пак. В общем, мы на английском сервере, у нас сегодня трэш. Как видите, молодой начинающий аккаунт, а у него уже есть Огник, чем можете его поздравить. Решил он на английском сервере получить плюшки, в принципе. Я думаю, это правильно, то, что на английском сервере, а не на русском. Не знаю, как у вас там с звучанием, я надеюсь, все хорошо, потому что я немножко вчера сбились настройки, я все переставил. В общем, такие вот плюхи на аккаунте еще дополнительно. 8 СО, 6 штук, 3 талантика новых. Ну и коробки сейчас, которые мы пооткрываем, пробежимся по акциям, посмотрим, что там у него есть. Так, плюс 25. Угу. Так, что у нас тут кристальный? Нет. Также мы сейчас паролим. Так, update pack. Это на яйца. CPM gifts мы забрали. Не автоматом приходит. Нету сегодня таких акций. Он захотел огника. Мы собрали ему огника здесь. Эквивалент на русском. Так. Поехали. Смотрим, что у нас в баназе будет. Она уже не считается. Бинго, давайте хотя бы заберем. Сейчас быстренько все позабираем, пооткрываем. В общем, вот так вот. Угадал он число. Так, ну тут бинго у нас никакое. На английском сервере. Четвертый. Самое смешное, что продают за копейки. Пятое, там, восьмое, сори, ребят, будильник, чтобы не проспал, продают восьмое, пятое, а тут четверку разыгрывают, смешно, конечно. Так, апдейт. За наем героев, открытие затрату, в общем, нифига толкового нет. Вообще. Так что будем сейчас устраивать мегароллинг. Так, у нас есть 6 попыточек. Так, отлично, это мы забрали. Ни о чем награды, потому что акций нет. Так, с алхимика я еще не забрал. Видите, сонный только проснулся, еще будильник даже играет. Не успел одуплиться, что, как, куда и почему. Так, сейчас. Чтобы уже больше не тревожил. Поехали, посмотрим, что мы выиграли. Ничего себе. Вот это мега награды. Супер. Так, окей. Поехали сюда. Чтобы вы не думали, что это прикол. Вот вам. Бум. Вот так вот. Поехали. Посмотрим на этот аккаунт. Жесть, конечно. Ну что, поздравляю, Лаваника. В принципе. Это сейчас за Огника, за пак. Это нормальное явление. Скажем так, на всех серверах, даже на русском сервере. Как ни странно, на выходных это, правда, в осколках продавали. Так, окей, поехали. Открываем пятые сундучки. О, 5 коробочек. 5 коробочек, 10 коробочек. Нифига себе, и куча еще плюшек. Супер. Так, ну шестые тут будет поинтересней. 10. 10. Вот так вот. А вот тут, я думаю, сейчас мы натащим офигенных рун.
Железная воля, офигеть. Раскол для Архия. Рвение, супер. СО, которое у него уже на все герои. Выживание, вообще огонь. Еще бы утюкаху отсюда вытащить. И наролить Фрея. Я не смотрел, какие там у него герои есть на такой силе, но на таком аккаунте такие плюхи. Водушка, исцеление. Ну, вопросов уже даже тыква не будет с топовым талантом. Хотя я сомневаюсь, психощит. Уже будет проще еще один психощит. Вот вам, ребятушки, английский сервер. Железок. 2400 силы, а уже, короче, наперед все. Все, что надо, практически есть. Так, еще бы ремку словить. Дайте ремку. Не хотят они нам ремку дать. Давайте 6 штук откроем. О, есть и ремочка, есть изворотливость, пакт, еще одно выживание. Ну, как по мне, очень достойно. Так, окей. Ты что, у нас тут две карты? Купидон, суккуб. Понятно все. Давайте посмотрим на алтарь. Мега, ребят. Мега алтарь. Такие герои там, вот тут фига себе. Сразу огник. Так, окей, отлично. Ничего себе, смотрите, с пактом. Жирует, жирует. Давайте поменяем, что-то выбьем интересное. Бег. Ну, это можно на допа кого-то поставить. Так, утекание. Ну, утекание. У него тут. Давайте сейчас паролим. Мы так долго будем. И так устраиваем. Мега роллинг. У нас еще есть 5 минут. Хотя мы тут нифига толком не выбьем. Только пару карт можно вытащить. Поехали. По 450. Так, ну давай, рандомчик. Я в тебя верю. Нам надо имба. И не одна желательно, конечно же. Так, имхотеп это, конечно, кенди. Ну, такое себе. Да какая тут... Смотрите, опять... Тот же самый прикол, нифига не падает с того, что нам надо. А нам надо, в принципе, здесь все. Мы просто тупо впустую сливаем самоцветы. Призрачный, жесть. Вот это роллинг, ребят. Огника достали и нифига не выбились роллинга. Ну, я думаю, это закономерность. Типа, получил огника, нафига тебе еще какие-то герои. Радуйся тому, что есть. Череп, ну череп это отлично. На него сейчас поставим. Так, одер тоже в принципе очень неплохо. Но это конечно на 15к. Хотелось бы поярче что-то. Оу, буги, нифига себе. Ну это лайкосик. Отличненько. Так, забираем еще отсюда. Успели, думаю. Плюшки за наем. Думали, да, там добьем, спешили. Куда спешить? А, так, окей. Открываем дополнительно. Героя, в принципе, довольно-таки неплохо. Бугича словили. Черепа. И одера. Что еще надо теперь ему для подземок? Конечно же, тыковку. Инди. Эсса. Неплохо, неплохо. Сейчас можно их, конечно, прокачать аккаунт. Даже на таком левеле так. Триант. Я не видел, там есть триант. Нету, ладно. Ну, это все. Давайте еще призрачного откроем. Ну, пусть будет, а что нет. В любом случае, сейчас куда-то надо таланты девать. Вот так вот преобразился его аккаунт. Так, ну утекаху кинем на черепа пока. Как вариант, который я вижу. Это черепуля. Так, ну корка, это тоже можно было бы на черепа кинуть. Ну ладно. Корку можно и на хрона пулить. Для битвы гильдии. Так, дар жизни.
Дар жизни. И варианты. Вариантов не особо много. Так, ну... Даже фиг его знает, что делать. Давайте так поставим пока. Так, еще один бег. Они прикол тянут с нас, блин. Так, утекание опять. Ну что такое-то, а? Ставим на Тессу. Ожива. Ну, ожива однозначно идет сюда. Теперь у него для битвы гильдий. Все решено, когда он докачает героев. Так, стойкость. Давайте поставим, это лучше будет, чем корка в любом случае. Так, это сюда. Еще одна стойкость. Они просто издеваются над нами. Так, тут замедление. Атланта пока поставим. Нам бы ремочку вытащить. Так, каменка. На воде расставим. Временно так. Разброс. Ну, я думаю, ему все-таки утекаха на черепе будет более актуально на сегодня. Там замедление нафиг не надо. СУ оставим так. Короче, трешуем, ребятушки, по полной. О, есть. Отличненько. Ремочка первая. Можете поздравить его. Ну... Тут напрашивается у нас только купидончик. Смотрите, неплохо тогда бонус. Так, открываем купа. Вообще огонь. Отличненько. Вот так вот, ребята. Вот это прокачка аккаунта называется. Change. Заменить. Ну, у него нет единственной слизней. Вот это самая печаль. Так, поехали дальше. 25 коробок, надо еще некоторые. Так, блин, ожог, Ронина у него нет. Вот это печально. Очень печально. Но ничего не поделаешь. Так, гнев. Гнев, гнев, гнев. Уже все, пошли. Повторы талантов. Можно коробочки оставить даже. Давайте еще немножко попробуем словить что-то интересное. Смысла дальше уже... О, ничего себе, баст. Это хорош. Это хорош. Это поставим вот сюда. Там пак даже не нужен. Это получше будет. Так, еще одна жила. Ну, я думаю, дерево пока временно поставим. Так, разброс. Иди замедление. Кому тут разброс нужен? Да, на Бугича бы словить талантик какой-то еще интересный. Но уже смысла вот это вот перероливать, ну, я не вижу. Так, это можно сюда поставить, будет топово. Корка нафиг не надо. Поехали дальше. Еще одна каменка. Перла на каменку. Слив пятых талантов, ребята. Мега слив. Так. Оу, есть. Еще одна ремка, офигеть. Ну, это ставится сюда однозначно. Так, стойкость нафиг не надо. СУ не надо. Блин, нам бы еще талантик на Богича что-то интересное словить. Короче, просрем все таланты, ну и так и быть. На то он и топ трэш контент, ребят. Такой аккаунт уже все для Богича словили. 4 коробки ему оставим, пусть порадуется. В общем, вот так вот, ребят, такой вот трешечок, такая прокачечка. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.